Здравствуйте, мои дорогие пловцы! Продолжаем наши занятия, и на сегодняшнем уроке вы узнаете, как правильно начать работать руками при плавании на спине. Это упражнение очень похоже на предыдущее. Разница только в том, что мы будем периодически совершать грибок сначала одной рукой, затем другой. Самое главное в этом упражнении не торопиться. Цель не количество грибков, а качество. Говоря качество, я имею в виду следующее. Первое. При грибке не изменять положение тела, оно остается горизонтальным. Второе. Положение головы также остается неизменным, глаза смотрят по прямой линии вверх. Третье. Ноги работают непрерывно под водой, колени из воды не поднимать. Приседаем. Голову закидываем назад, смотрим по прямой линии вверх и начинаем с работы ног. Одновременно кистями рук совершаем плавные движения в стороны и обратно. И только когда вы уверены, что положение вашего тела правильное, только тогда совершаем грибок. И так повторяем до полного освоения упражнения. На этом все на сегодня, друзья. Удачи вам в ваших начинаниях и, как всегда, увидимся в следующем видео. Всего вам хорошего. Пока.